Сегодня готовлю вместе с вами свой любимый овощной салатик. Первым делом нарезаем огурчики. Можно нарезать в произвольной форме. Нарезаю также в этот салат помидорки черри. У меня вот такие вкусные, желтые. Немного укропа и болгарский перец. Далее добавляю листья салата. У меня это мой любимый хрустящий фрилис. Также в салат я добавляю оливки. У меня попались с косточками, поэтому пришлось вот так вот обрезать. И немного благородного сыра с плесенью. Получается невероятно вкусно. И заправляем салат. Салат заправляю небольшим количеством кунжутного масла. Прямо вот так вот просто полить. Небольшое количество кунжутных семечек. У меня здесь белые и черные. Прямо вот так, прям одну большую столовую ложку. Получается очень вкусно именно в сочетании с кунжутным маслом. Вот эти кунжутные семечки. Можно их еще обжарить. Ну и, конечно же, вот у меня тут вегеты чуть-чуть осталось. Немного вегеты. Ну и вот такой красивый и очень вкусный салат получается. Попробуйте, приготовьте. Ну и вот такая красота у меня будет на ужин. Это картофель, запеченный вместе с ребрышками. Очень и очень получается вкусно. Попробуйте. Ну что, всем привет! Показала я вам свой любимый салат. Я такой, если честно, хочу кушать каждый день, но иной раз не получается. Но раз в неделю, а то и два, бывает, такое делаю. Только не добавляю маслины и, конечно же, сыр. А так овощной салатик в последнее время стал частый гость на моем столе. В общем, что? Ну что, сходила я, подстриглась, надо краситься. Вот так меня оболванили, обкарнали. Вот, я пришла, ну, я еще так уложилась, правда, я помыла голову. Пришла, она мне говорит: Марина, ну что, давай покороче. Вот, я говорю, ну, давайте покороче. Вот, и уговорили меня на мелирование. Так, хочу попробовать сделать мелирование. Не знаю, пойдет мне, не пойдет. В общем, договорилась на следующий раз. Посмотрю, может быть, сделаю мелирование. Ну, не знаю, вот, ну, не коротко. Ну, мне кажется, не коротко. Во-первых, у меня и волосы быстро растут. Во-вторых, я сейчас покрашусь. Посмотрю, может быть, вот в тот у меня есть хна. Посмотрю, может, и хной покрашусь, а что нет. Волос короткий, мне даже одной пачки хватит. Тем более уже седой полез. И после парикмахерской зашла я в ленту. Посмотрите, какой там шикарный был виноград. Вот этот вот кишмиш, в общем, и черный кишмиш. Этот кишмиш стоил по 80 рублей. Шикарный, сладкий. Я намыла. Сижу, жую сейчас и балдею. Жую, сижу, жую и балдею. И вот этот по 160. Черный. Тоже кишмиш. Знаете, как называется? Черный принц. Хотела сказать черный прыщ. В общем, черный принц. Вкусный. Вот поэтому он дороже. У нас опять сегодня идет дождь. Я сегодня еще ходила в банк. Закрывала счета. Попала под такой дождь. Вымокла. Еще куртку не одела. Вкуснятина. Попробуйте, кто не пробовал, обязательно вот черный виноград. Без косточек обалденный. Хотя я такая, знаете, я любительница черного винограда и с косточками. Я виноград вообще люблю. Вкуснятина. Просто вкусно. Я теперь понимаю, почему он стоит дороже. Надо, знаете что? Пока у меня есть виноград, это я чуть-чуть помыла, я много взяла. По две веточки такие хорошие. По одной веточке помыла. У меня еще осталось по одной веточке. Дождь льет. Так, что я еще купила в ленте? Лента, конечно, у нас дорогой магазин. Я, в принципе, туда и заходила, только за виноградом. Еще купила все на салат. Но салат вы видели. Там огурцы купила, помидоры, фрилис вот этот салатик. Купила масло. Подсолнечное у меня закончилось. В этот раз взяла вот такая «Слобода. Живая еда». Для жарки и фритюра. В принципе, потому что я в салат пользуюсь оливковым маслом или кунжутным маслом. Жарю не очень часто и много. У меня масла уходит мало. Поэтому взяла такое. Масло все дорогое, 100 рублей. Еще сходила в Озон. Сегодня в Озоне отстояла такую очередь.
Прям вообще. И, конечно же, зашла. Сейчас надо тоже положить в холодильник. В белорусскую палатку. Молоко взяла вот такое вкусное. Не помню, сколько стоит. 59 рублей вроде. Не было, нету, что-то не привозят в белорусскую лавку мое молоко, которое 2% или 2,5%. Вот взяла 3,2%. Может быть, там на кашку, на кофе, потому что кофе я пью без сахара. Взяла вот такой сыр. Это что-то из серии сыров с топленого молока. Знаете, типа Король Артур, Черный принц тоже вот такой. Взяла небольшой кусочек, потому что у меня дома сыра нет вообще. Это тоже в белорусской лавке, это белорусский сыр. Дальше взяла вот такой сыр типа пармезана. Вот такой. 45%. Очень твердый, хороший. Давно что-то, знаете, не ела никакую пасту, спагетти. Ничего давно такого не ела. В общем, хочется или пиццу, может быть, сделать домашнюю. Посмотрю. Взяла, в общем, кусочек и такого сыра. Небольшой. Здесь буквально 200 грамм она мне отрезала. В общем, они, что вот этот вот Артур, что вот это Парма, да, пармезан, они по 590 рублей. Но вот этот вот гораздо дороже, но он сейчас идет по акции. 590 рублей. А Артур вроде без акции. Так, зонтики мои надо тоже сделать. В общем, забрала я свой заказ из Озона. Сейчас буду с вами делиться. Что с мебелью? С мебелью-то вышел облом. Помните, я вам рассказывала, что в воскресенье должны привезти мебель. Нам в субботу позвонили с самого утра. Раздался звонок. Я обычно, знаете, у меня телефон отключен, я трубки не беру. Но вот когда я жду, что я знала, что у меня доставка на 19-е, вот, и поэтому был включен телефон, потому что обычно курьеры звонят заранее, либо водители, да. И с самого утра, где-то в 10 утра, раздался звонок, позвонила девушка. Сказала, что с вами свяжется водитель, все типа нормально. У вас, я переспросила, она говорит, у вас доставка на 19 число, все нормально, да-да-да, ля-ля-ля, тополя. 10 утра. Потом такой же звонок раздался где-то в час дня. То же самое сказали. Ожидайте, с вами до 9 вечера свяжется водитель, в общем, кто-нибудь с вами свяжется. Тишина, тишина и тишина и тишина и тишина. 6 вечера тишина, 7 вечера тишина, 8 вечера тишина. Я уже думаю, ну, уже надо ложиться отдыхать. Хорошо, я занималась изготовлением этих кирпичиков, и поэтому поздно достаточно легла. И в 8:30, да, 8:39, я еще на часы вот так посмотрела, раздается звонок, и говорят, а вам мебель не привезут. Вот, по каким-то таким причинам, неизвестно по каким, что-то там она, короче, все, ждите звонка, как только, так сразу, вот так. Так что облом такой вот с мебелью, но, в принципе, а я же что, мы же ламинат, я вот вам не показывала, мы же начали класть ламинат, завтра, наверное, покажу. Мы же начали класть ламинат и положили чуть-чуть. И я думаю, ну раз доставка мебели будет, зачем мне будут ходить по ламинату, носить эти коробки, эту мебель? Мебель привезут, и мы продолжим класть ламинат. А видите, какой облом получился? Ну, в общем, завтра продолжаем класть ламинат. Посмотрим, что будет с мебелью. Вот так. Потому что еще нужно... У нас нету плинтусов. Нужно еще будет ехать покупать плинтуса. Потому что мы их не стали покупать. Купили тогда только на балкон, и все. Вот. И я забрала... Озон сегодня сходила тоже вечером, уже поздно, отстояла такую очередь. Вроде было уже 7:30 вечера, а очередь была ужасная. В общем, буду показывать, делиться с вами, что у меня в заказике. В заказике Озон моем. Я же наводила тут генеральную уборку, в общем, всю субботу генералила, 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 а потом кинулась, у меня, оказывается, нет ни для мытья пола, ни такой какой-то химии, в общем, все заказала, полезла, думаю, все закажу, почему бы и нет, думаю, пускай будет. Так, здесь пришла мне помадка, обязательно все вам покажу, расскажу, опять будет помада, мы еще с вами ту не потестировали, а я заказала себе... Еще, как говорится, одну, да?
Вот так. Это я пока уберу. Дальше, дальше, дальше. Вот такая. Вот такая у меня тоже помадка. Я уже просто чувствую здесь. О. Набрала, короче, себе помаду. Сейчас прихорошилась. Вот такая помадка. Обязательно сейчас вам все покажу. Все покажу, расскажу. Дальше открываем. Так. Здесь у меня тоже помада. В общем, взяла. Будем с вами тестировать, какая мне идет, какая не идет. Взяла такой классный морковный цвет. Так. Дальше. Что я взяла? В принципе, мне пришло еще не все. Взяла для туалета, для унитаза. Свои любимки. Мыла в этот раз ими унитаз. Вот. И взяла еще два, чтобы у меня было. Потому что унитаз нуждается в каждодневной уборке. В озоне. Антиблеск. Антиналет плюс блеск. Сила цитруса. Такой. И свежесть океана. В общем, взяла. Пускай будет у меня, как говорится, на всякий случай стоять, потому что мало ли так кинешься, а по акции ничего нет. И взяла для мытья пола, долго выбирала, если честно, не знала, что выбрать, взяла Санфор. Вот такой Санфор по хорошей цене был, объем литр. Литр. Вот, поэтому вот так. Для мытья всех видов полов, причем и ламината, паркета, дерево, мрамор, плитка, линолеум, пластик, ультраблеск, прохлада водопада, антимикробный эффект, в общем, не оставляет разводов, не требует смывания. Я почитала отзывы и решила купить вот такой Санфор для пола. Пускай будет. Дальше, 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 дальше. Открываем с вами следующую коробочку. У меня много всего интересного. Оставайтесь, как всегда, со мной до конца. Будем с вами все смотреть. О, ура, ура, ура! Пришла моя такая штучка. Какая она классная. Визитница. У меня уже визитница вся износилась, истоскалась. Приправка. Сейчас обязательно вам все покажу поподробнее. Все, здесь больше ничего нету. Закрываем. Дальше. А, что? А, хлеба. Я еще взяла хлеба. Полбатончика нашего любименького. Черненького, причерненького. Куда бы его положить? Сюда пока поставлю. Надеюсь, он вам не помешает. Так. Так. И все, да? Еще в аптеку заходила. В общем, в аптеку зайдешь, вообще, как говорится, все деньги оставишь. Наконец-то я купила себе соль для ванны. Сейчас расскажу. Такая. Сейчас все буду рассказывать, показывать. Орешки у меня здесь. Орешки. Ну и все. Все. На этом все. Извините, чуть-чуть пошуршала. И давайте я вам буду показывать и рассказывать о своих покупках. Взяла вот такие орешки. Так. Ну чё, чистенькие, хорошенькие. Это ядра тыквы. Здесь, наверное, да, 400 грамм. Не помню, сколько они стоили, но недорого. Очень полезно хрумкать вот такие. Они, наверное, не обжаренные. А срок годности? Срок годности хороший, они свеженькие. Срок годности 10 месяцев. Угу. Так, вот так, взяла такие орешки. Не помню, сколько стоили. Давайте я их раскрою. Попробуем с вами эти орешки. Мне все равно раскрывать. Я их буду пересыпать в баночку. Пересыплю в баночку. И уберу на хранение. Так, а ну-ка. Угу. Обожаю эти тыквенные семечки. Дальше взяла соль. Представляете, у нас ни в одном фикс-прайсе нету соли для ванны. Я взяла для одного дела такую вот сольку. Классная. Дальше. Взяла приправу.
Эта приправа у нас хмели сунели. Я теперь приправы беру вот в таком классном большом объеме. Да, дорого. Но вы посмотрите, сколько стоят приправы и какой там объем. Приправы дорогие, объем маленький. Здесь у меня объем 250 грамм. Я стараюсь брать по акции. И это выходит очень выгодно. И надолго-надолго хватает. Визитница. Визитница-кредитница на 24 карты. У меня визитница уже старенькая, она настолько истрепалась. Блин, правда, я не знала, что она будет такая. Ничего вроде, да? Хорошенькая. Тут на кнопочке. У меня тоже была на кнопочке. И тут вот на 24 карты. Такая визитница. Надеюсь, будет удобная. Потому что из кармашек вроде тут вытаскивать удобно. Так, а почему на 24 сказали, 2 можно засунуть? Это 2 в 1, что ли, получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, но тут можно только вот сюда засунуть. Видать, рассчитанная на 2 карты. Такая вот визитница. Обложка под крокодиловую кожу. Карманы из плотного матового ПВХ. Вот не люблю, когда клеят вот это сюда. Так, но вроде не липнет. Материал. Специальная вырубка для более удобного извлечения карт. 200 рублей, кстати, стоило. Я думаю, возьму, потому что я свои визитницы... Ой, тут такая магнитная, оказывается, не кнопочка, а магнитная. Я свои визитницы брала в фикс-прайсе. Сейчас в фикс-прайсе их не вижу. Вот, пускай будет. Далее, далее, далее. Самое интересное – это помады. Будем с вами обязательно все тестировать. У меня одна помада вот такая. Сейчас я вам покажу. Уже, если честно, хочется губы намазать, чтобы вам показать. Одна вот такая. Тон 46. Вот такая какая-то интересная. Люкс Визаж. Тон 46, губная помада. Если честно, я уже забыла. Ох ты, ох ты. Смотрите, какая морковная, да? Вот это класс, класс будет. Пойду накрашусь. Ну, вот такая какая-то морковная помадка. Люкс Визаж. Мне нравится. Я давно хотела такой какой-то морковный цвет. Я думаю, неплохо. Повторюсь, это какой-то люкс визаж. Тон 46. Но мы обязательно еще будем тестировать с вами. Дальше у меня вот такие необычные. Я взяла помадки. А это у меня не в одном цвете. 02, 01. Вот такие. И 07. Тоже мне очень хочется потестировать вместе с вами. Смотрите, какие интересные цвета. Просто обалденные. Давайте открывать и смотреть, что это за помады такие. Ой, какая приятная упаковочка. Даже упаковочка такая, вот такая помадка. Тон 07. Единственное, опять тут на помадке наклейка. Ну ладно, это ничего страшного. Я надеюсь, это все хорошо оторвется. Так. Так, они мне понравились. Знаете, хочется потестировать, вам показать, с вами посоветоваться, какие цвета мне идут, какие не идут. Так. Поэтому у нас на обзоре будет обязательно... Так, как же ее открыть? Посмотрите, вот тут вот эта липучка.
Ну нет, она, смотрите, вроде хорошо. Да, вот это отклеилось. Прям, смотрите, помада недорогая, а липучка отклеилась без всякого липкого слоя. Ой, какая интересная, красивая помада, смотрите. Не буду вам показывать. Помады матовые. Просто классные. Обязательно нанесу на губы, буду показывать вам уже на губах. Вот такая помадка. Так, дальше вот такая тоже матовая. В общем, тон 01, 02 и 07 я взяла. Так, хорошо так отклеивается. Вот такая интересная помадка. Это уже, так, более такой, видите, темный вариант. Более темный. Ложатся прекрасно. Прекрасно ложатся. Очень мне хочется посмотреть именно такие цвета на губах. И вот такая тоже, типа, знаете, морковная, матовая. 07 оттеночек, тон. Так. Сейчас я это отклею. Хорошо отклеивается, ничего не липнет. Такая матовая сама упаковочка. Можно куда-то с собой взять. И вот тоже такая морковная помадка. Смотрите, они почти... Хотя нет, они абсолютно разные. Видите? Видите, разные. Абсолютно разные. Но тут прям морковная-морковная. Прям хотела я такой морковный цвет. Скажите мне потом, идет или не идет. Ой, ну это вообще, конечно, цвета бомба. Цвета просто обалденные. Сейчас я вам покажу. Так, такая помадка. Это вот эта помадка, которая в серединке. Вот так. Сейчас я вам покажу. Мягко так наносится. Я думаю, на губы она тоже будет наноситься мягко. И вот так вот выглядит. Смотрите. Вот такие оттеночки. Вот этот морковный. Это вот этот в серединке такой светленький более. Это 01 тон. И чуть потемнее. Вот так вот выглядит. Очень классно выглядит. Вот почему-то вот этот вам передается как прям, знаете, такой коричневый. Но этот цвет так падает. Цвет так падает. Они все красненькие. Хорошие. Мне нравится. Очень хочу теперь посмотреть, как они будут выглядеть на губах. Вот. Поэтому у меня появилось 4 новые помадки. Я очень рада. Сейчас сотру. Вот. Так что, такие небольшие покупочки. У меня там еще кое-что в вазоне осталось забрать. Но оно придет на днях. В общем, с мебелью облом. И все. Пока-пока.